есть, ну, известная нам, вам, всем нам самурайша, которая, у нее есть два прикида. Первый прикид, это вот сейчас, который предстанет перед вашими глазами. Это максимально прогрейженный, самый топовый щит в сочетании с амулетом, талисманом большого щита. Щит, который блочит все. Все физическое гарантировано, без траты стамины. Остальное с переменным успехом. Здесь немножко стаминки, немножко выносливости, вес снаряжения. Тяжелый, притяжелый доспех. Меч, каменный меч короля драконов, который позволяет тебе тыкать издалека противника молниями. О, и как раз автор челлендж пришел на это самое. Арсхер говорит моление. Да, он поставил 5 косарей, будучи в полной уверенности, что у меня ничего не получится. Вот. Погнали. У нее 2 фазы минимум, это то, что мне известно. Как? Да как ты, блин, я ж блок ставил. Да я... Короче, Изи убьем. Да, розовых шариков у меня нет, надо попробовать скрафтить сейчас. Ну, она вообще простая, только гнилая какая-то. Наверняка перекат, парирование можно, разные вещи. Очень крутая. Ее прям сделали отлично. Вторая фаза. Блин, вот она. Thank you.
Хорошо идем. Хорошо идем. Собрались. Ай. Чуть-чуть еще. Выпей. Затыкали, короче. 480 тысяч. Мой дорогой Микела, брат мой. Великую руну дали, воспоминания дали. Мне так жаль, я наконец встретил достойного соперника. Понятненько. Да, ну тут в том числе стечение обстоятельств, на самом деле. Воспоминания богини Гнили. Наверняка у нее катана будет. Хочу посмотреть. Вообще. Все, теперь пеплом мы, может, попробуем ее как-то заточить до модификатора. Почему не можем? Почему мы ее не можем? На нее не ставится пепел? Урон 280-272. Ловкость Б. С нее, видимо, надо снимать сначала обилку. Хотя нет, чтобы снять, ты должен пепел поставить. Давайте попробуем, посражаемся. У нас там, например, не убит еще старый добрый жук. Да ладно! Жук победил, что ли? Или мужика убили? Мужика, видимо, убили. Так, на ком бы протестить катану, ребят? У нас осталось совсем немножко времени. Что это было-то? Ему, кажется, вообще все равно на урон. Вообще. Ну и, видимо, ему колющий не очень нравится.
Я с дуалочками больше наносил. Берем две катаны. Что это за урон? О, вот оно. Ой. Мне кажется, мы его не убьем. Да ж твою же шметь. О, не-не-не-не-не. Сейчас сдует, кажется. Ну, 100 урон с руки, что это такое? Где кровоток? Вот, кровоток сработал первый раз. Что это за клинок вообще? Ну, не, я видел, конечно, у него урон типа большой, но а в чем смысл? О, сегодня у нас здесь день космонавтики. Поздравляем, 60. Ну, сейчас покажу для сравнения. Поставлю просто актуальные пушки, дуалочки. Хотя времени уже маловато. Да, давайте, уже не будем баловаться. На следующей трансляции убьем дракона и пойдем по основному квесту. Ну, в общем, спасибо Арчеру за моление. И она надолго запомнится. Останется в нашей памяти, безусловно. Вот. Перекатами ее, конечно, приноравливаться надо проходить, потому что она жесткая. Увидимся с вами завтра вечерком, ориентировочно часов в 6. Приходите. Спасибо большое. Хорошего вечера, спокойной ночи.